Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Добрий вечір. Глядіть у гэтым випуску. Старшиня облканкама Владимир Дворник сьогодні провел прямую телефонную лінію. Сьогодні означається День белорусского кіно. Гомельський філіал Белпошти проводить доброчинную акцію «Марафон добра». А зараз об гэтым і іншим більш подробязно. Старшиня Гомельского облвыканкама Владимир Дворник сегодня провел прямую телефонную линию с жыхарами в области. Нагадаем, что такая практика у Беларуси існуе с початку минулого года. Основная задача линии – повышение эффективности работы со зворотами громадян, выкоронение фактов бюрократизму, а так само оперативное врашение пытаний, которые возникают у насельництва. С какими проблемами на гэты раз звертались до керовника региона, ведая Олег Сенцероу. Это третья прямая телефонная линия с жыхарами региона, которую сёлета провел старшиня областного выконавчего комитета. Подчас двух попередних поступило около 60 звонков, 23 звороты вырашены становче, еще 40 сняты с контролю после проведения тлумачальной работы. 32 звонки на протягу 3 годин. После завершения прямой телефонной линии Владимир Дворник отзначит, все звороты носили конструктивный характер. Люди телефоновали по питаниях, которые заявляются для их сапраўды актуальными. Жыхарку Светлогорска цікавіць, коли у доме 1967 года побудовы у рэшце будет зроблены капитальный ремонт. У больш новых домах, которые находятся побач, его давно провели, а про гэты нібыта позабылися. Старшыня аблвыканкама обещает разобраться. Эта очередь выстроена и имеется в каждом районе. Вывешено на коридорах, там, где жилищное коммунальное хозяйство или же структура у исполкоме, которая занимается этой работой. Поэтому вы посмотрите. И не дай бог, там кто-то что-то меняет. Такого нет и не должно быть. Еще одно питание. Тычется газификации весок. На забруженных территориях эта работа проведена. Иншим населенным пунктам пошанцевало меньше. Проблема не такая простая, как сдается. Причем справа не только у наявности финансовых сродков. После завершения будовництва белорусской атомной станции упор будет робиться на выкористание у жилых домах не газового обсоливания, а установку электрокотлов. На более масштабно и быстро осуществится, потому что представляете, сети сегодня подведены каждому населенному пункту, все есть. Может, только внутренние какие-то вот эти разводки, которые не будут позволять по силовым параметрам удержать это, будут меняться. Все равно будет происходить так гораздо быстрее. И энергетики у нас, они более такие организованные, электро. Звонок з вёскі Галавінцы Гомельскага района за разраду тых, калі вырашэнне не патрабуе значных фінансавых затрат. У сям'і Аўсянікавых сёння выхоўваецца 5 дзяцей, трое ўласных і двое прыёмных. Умовы пражывання знаходзяцца на пастаянным кантролі сельскага савета і службаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Нейкіх заўваг ніколі не было, але цяпер гаспадыня патэлефанавала на прамую лінію сама. Падчас рамонту тут знялі пажарныя апавяшчальнікі. Цяпер іх неабходна паставіць зноў, толькі вось зрабіць гэта самастойна ў сям'і ніхто не бярэцца. Урэшце размова идет без спецы детей. Супрацовник МНС проезжает неде про полторы годины после звороту на прямую линию. Оповещальники оказываются у рабочем стане и хутка занимают свои места во всех покоях. Ты делала ремонт, поснимала их, они были установлены. Вот, приезжала и проверка вот недавно к нам с исполкома. Все работало, но я сейчас волнуюсь, уже пятеро детей, дом большой. Вот, поснимала, и как их правильно установить, и в рабочем ли они состоянии. Вот, хотелось бы это узнать. Вот. И я так позвонила неожиданно, и тут отреагировали так быстро, все приехали. Так что спасибо большое. Даже неожиданно. Разом со старшиней облвыканкама на прямой телефонной линии керовники справ районных выконавчих комитетов, а так само областных комитетов и управлений. Это дает возможность оперативно реагировать на все звонки и при необходимости брать огученную проблему на контроль. Раз в 3 годины проведения телефонной линии Владимир Дворник подводит выники и еще раз нагадывая, необходимо быть в постоянном контакте с людьми, тогда и проблем будет меньше. Конечно, вот эта работа, которую мы с вами проводим, это ваша заслуга, что нет людей таких озлобленных. То есть работаете с людьми, но снимайте, чтобы этих обращений было намного меньше. Мы там сдвинулись с вами в лучшую сторону среди рейтинга в областях, но давайте еще двигаться. Пока мы там еще не в лидерах, но движение идет. Если нет вопросов, тогда спасибо, успехов всем. Олег Сенцероу, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Святочный ранішнік прайшоў сёння ў ліцэі МНС. У праграме тэатралізаванае прадстаўленне навучэнцаў, падвядзенне вынікаў агляду конкурсу на лепшую падрыхтоўку да сустрэчы новага года сярод падраздзяленняў установы. Гасцямі свята сталі міністры па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Уладзімір Вашчэнка, а таксама кіраўнікі тэрытарыяльных падраздзяленняў. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Такие визиты в лицей напередодні новогодних святов министра по надзвичайных ситуациях Уладзіміра Вашчэнкі и керовников территориальных подразделений з'являються традиционными. Правда, зараз наведывание установы отрималося крыху незвичайным. Керовник ведомства примая удел у записи новогоднего выпуску программы «Краина безпеки», якая с соковика этого года выходит у эфиры на телеканале «Беларусь-4». Авторами проекта з'являються журналисты телерадиокомпании «Гомель». Передача мая профилактичный характер и закликана научить детей правилам безпеки у повседневном житті. Поздравляю, удачи. Я надеюсь, что мы дальше будем много-много работать. И самое главное, чтобы у нас все получалось, и мы жили безопасно. Сюрпризы для гостей подрыхтавалі і навучэнцы ліцэя. На сцэне гледачы ўбачылі навагоднія прадстаўленне мюзікл «Тры волаты». Гісторыя, нягледзячы на ўсе складанасці, якія ўзнікалі на шляху галоўных герояў, мае шчаслівы фінал. Што яшчэ раз падкрэсліла, пры любых абставінах не трэба здавацца, а месца суду ёсць заўсёды ў нашым жыцці. Юные вратавальники у черговый раз доказали, что яны мають не только добрую физическую подрыхтовку, але и артистичные таленты. Кожный из них отримал віншаванні и подарунки, а гости установы – позитивный настрой, який застанется на долгий час. Сегодня их главная задача – это проявлять усердие, стремление к учебе, послушание старших, родных, близких. Ну а потом, опять же, усердие, старание, четкие реальные цели и, главное, совершать правильные действия, и все получится. Поэтому наилучшие пожелания – а детям всегда желают хорошего настроения, чтобы улыбки не сходили с их лиц, ну и радовали нас взрослых. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская ЦЭЦ-2 отзначает 30-годие. У снежни 1986 года отбылся пуск первого энергоблока. Это был складанный час. После аварии на ЧАЭС энергосистема находилась у тяжкой ситуации. Новый объект отыграл важную роль у переодолении энергетичного дефицита. На полную могутность станция вышла в 1995 году. На сучасном этапе ЦЭЦ-2 – одна из самых передовых в Украине. И она занимает важное место у энергосистеме Гомельской области. ЦЭЦ-2 занимает самое важное место. Это самый крупный энергоисточник в Гомельской системе. Всегда коллектив Гомельской ТС-2 – это был сплав опыта и молодости. Это всегда были ответственные, высококвалифицированные специалисты, которые в любых сложнейших ситуациях решали вопрос. В любых. Не спыняться на досягнутым и надалей упэўнена стоять на варте энергетичной безпеки. Такие пожадания у адрес коллективу ЦЭЦ-2 подчас вечера, присвеченного юбилею, гучали не только со сцены, але и у кулуарах. Особливые слова подяки тем, кто удельничал во узведении и запуску электроцентрали. Амаль 5000 новых рабочих мест створено сёлета у Гомельской области. Это на 1400 больше, чем планировалось. Все подробности у черговой экономичной доведцы. Так само у выпуску. У Беларуси пропонуется альтернатива льготному кредитованию будовництва жилья. И на приконце программы параунальный анализ цен на гомельских рынках. Глядите программу сегодня, одразу после выпуску новинок на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Сегодня означается День белорусского кино. Гэтая дата обранная не выпадкова. Менавіта 17 снежня 1924 года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворчасці у БССР. У гэты ж день было створено и державное управление по справах кинематографии и фотографии. Про будни людей, для яких кино стало сэнсом життя. Материал наших корреспондентов. Областная репертуарная комиссия на посяджэнні збирается один раз в месяц. Головная задача – проглядеть до 50 трейлеров и выбрать каля 15 фильмов, которые будут демонстрироваться у кинотеатрах Гомельщины. У складе комиссии – директоры киноустанов, которые добра ведают, что повинно сподобаться глядачам. Обмеркование проходит активно и в некие моменты нават эмоционально. Оценивается все – и махчимая коммерцийная выгода, и узростовые обмежевания, и социальный аспект. И отрадно, что сегодня вот мы будем рассматривать два проекта белорусских авторов, которые были представлены продюсерами. Это фильм «Партизан-фильм» Андрея Курейчика и фильм «Видеорегистратор».
Принимается решение коллегиально, учитывается достаточно большой комплекс факторов. Показывать этот фильм, рекомендовать, вернее, к показу или не рекомендовать к показу фильм в кинотеатрах, учитываются особенности каждой территории, каждого кинотеатра. Поэтому делается все, чтобы кинотеатры наши обладали таким насыщенным и очень разнообразным репертуаром. Белорусские фильмы у кинотеатра Гомельской области сегодня не такая уже и редкость. С 8 соковика «Мужчины», «Я не вернусь», «Вот это кахание», «Следы апостола», «Киндервилейский привид», «Граф у апельсинах». Нечто с этого белорусские кинематографисты сняли разом с коллегами из других краин. Нечто самостойно. В этом году День белорусского кино у Гомеля отзначили показом стужек режиссера Виктора Турова, якому все лето исполнилось об 80 годов. Иностранные блокбастеры, сами понимаете, притягивают зрителей именно своей зрелищностью. Ну, а у нас, конечно, кино свое, белорусское, особое. То есть это кино, которое снимается для души. Вот. Ну и, соответственно, зритель должен понимать, какое кино он хочет смотреть. Олег Сенцюров, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». До Нового года в регионе примеркована доброчинная акция гомельского филиала Белпошты «Марафон добра». Каб стать ее удельником, треба набыть конверт первого класса для передачи в дитячий дом або социальный притулок. Таким чином, выхованцы этих установ смогут написать лист своим батькам и Деду Морозу. Один такий конверт коштует 97 копеек. Летось было собрано около 8 тысяч конвертов. До речи, кроме их, можно отправить детям так само календары, ручки, шитки. Кроме того, в этом году мы постарались расширить эту акцию. Мы предлагаем нашим посетителям написать коротенькое поздравление старичкам, которые находятся в домах престарелых Гомельской области. Это новое для нас направление, но оно потихоньку набирает обороты. Поэтому на сегодня, если есть желание у человека сделать добро, то мы всегда предоставим возможность для реализации этого. А кроме того, наведвальники пошты за свой кошт могут оформить подписку на любое выдание для тех, кто находится у социальных притулках, детячих домах и домах состарелых. Перадсвяточный период часто сопровождается увеличением колькости пожаров и травм у вынику неосторожного обыходжания с пиротехникой. С метой профилактики надзвычайных ситуаций на центральной площади Гомеля прошла акция МНС «Дякую, что научили». Допомогу у ее проведения оказали супрацовники ДАИ. Найбольш часто от здарения упакутуют дети. Притягнуть увагу ровесников до корыстной информации поспробовали юные вратовальники пожарные с 21-й школы. Яны организовали танцевальный флешмоб. Удельники акции так само уручали гомельчанам памятки и рассказывали, что робить у вынику возникнения пожара. С допомогой инспектора УДАИ яны спыняли автомобилиста, утекавились эти ведают люди, что робить у небеспечной ситуации, а после дарили буклеты и сувениры. Творчий проект «Филармония детям» порадовал юных глядачов новой постановкой. На сцене Палаца культуры «Гомсельмаш» представили музычную казку «Чиполлино». Формировать добрый густ треба с дятинства. Перш за все с допомогой классичной музыки. Популярная казка Джани Радары и одноименный советский мультфильм натхнили дирижера камерного оркестра Владимира Милютина на створение дитячей музычной программы. Пришлось потрудиться взять сюжет сказки Джани Радары и ноты из балета Карена Хачатуряна. После этого, сделав огромную массу инструментовок, получилось так, что надо было придумать и сказку заново. У першиню глядачи увидели постановку год тому. И после первого поспеху организаторы вырашили ее удосконалить. Керовник ансамбля танца «Апельсин» пропоновала сделать танцевальную постановку под музыку оркестра. И за 15 дней народился новый проект. Звыклая история про хлопчика Цибульку заиграла новыми фарбами. Я веселый Чиполлино. Вырос я в Италии, там, где зреют апельсины. Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель». У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалых выходных дней. До новых встреч в эфире.